В приоритете у студентов политехнического техникума учеба, творчество и спорт. В свою большую дружную команду старшекурсники готовы включить юных студентов-первокурсников. И чтобы выявить, какими способностями обладает каждый новичок политеха, проходят специальные соревнования. Одно из первых – традиционное осеннее многоборье среди первокурсников. Здесь педагоги и помощники выявляют самых спортивных и выносливых. Я желаю вам сегодня успешного старта. Я желаю вам всем победы. Ну, конечно, победитель будет один или несколько. Но в любом случае, то, что вы уже здесь, вы уже победители. В программе осеннего многоборья несколько этапов. В программе соревнований у юношей, у девушек сгибание, разгибание туловища из упора лежа за минуту. У девушек отжимание от пола. У юноши подтяги на перекладине и кросс девушки 500 метров, юноши 1000 метров. Самая главная цель данного мероприятия – это просмотр и отбор лучших из лучших, привлечение студентов занятием легкой атлетикой и выявление лучших спортсменов. Будущие правоохранители, технологи, юристы. В этом году в политехническом техникуме порядка 300 первокурсников. Герман Блохин мечтает стать знаменитым поваром. Для первой ступени в карьерном росте выбрал политехнический. Мне нравится эта профессия. Я смотрел много телепередач, которые мне очень понравились. И тот же самый шеф Ивлев, который очень хороший мужчина и показывает хороший пример. Почему выбрал именно политехнический? А потому что он был самый ближайший к дому, и мне понравилось то, как там преподают преподаватели, то, какой там коллектив, и в целом я доволен своим коллективом, в который я попал. Кстати, со спортом парень в хороших отношениях. Я занимаюсь карате более 2 лет и хожу в спортивный зал. Нужен для общей физической подготовки, и в целом это очень полезно для нашего организма. Многие первокурсники занимались спортом на протяжении всех школьных лет. Со спортом у меня все хорошо, у меня 3 золотых значка по ГТО. В принципе, физическая подготовка у меня очень хорошая. Еще тем, кто не поступил, я бы пожелала, наверное, выбирать именно ту профессию, которую они хотят. А первокурсникам сил, удачи и хорошего настроя. Учеба учебой, но спортом также нужно заниматься. Оценивать спортивные возможности первокурсников педагогам техникума помогают местные спортсмены, студенты 3-го курса. Много чем занимаюсь. Чем занимаешься? Легкой атлетикой и баскетболом. Я занимаюсь футболом и легкой атлетикой. Как давно занимаешься футболом? Футболом на протяжении 8 лет, а легкой атлетикой как поступил в техникум. Я бы хотел, чтобы ребята побольше вникли в жизнь техникум, чтобы занимались спортом. И не только спортом, у нас много других направлений. Подтягивание, отжимания, пресс и кросс на время преодолели новоиспеченные студенты техникума. И это только начало. Впереди их ждет еще очень много интересного и увлекательного. Ведь политехнический гарантирует, что в его стенах студенческие годы станут самым ярким и незабываемым этапом в их жизни. Анна Шуркова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.